Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня я вам расскажу про то, как я побывал на Алтае, про который я вам говорил еще в новостном выпуске. Ну что ж, поехали! Ребята, вот тут остановочка. Мы тут на заправке сейчас остановились, на очередной уже. Проехали мы часов 7, наверное, уже. Ехать нам еще где-то часа 3, наверное. Ну или 2,5 где-то осталось. Я не знаю, что там будет за база. Надеюсь, что я буду доволен. Доедем, покажу обязательно. Не переключайтесь. Ребята, мы еще не доехали, но вот смотрите, какая красота на этом Алтае. Просто не передашь словами. Да, очень красиво. Там где-то машины, грязь, деревья. Ну а там ярмарка где-то находится. База вот эта вот Кирчу, или как там Курчу, как там она называется, я забыл. Выглядит вот так. Мне, если честно, в прошлой поездке больше понравилось. Как-то там база более хорошо, лучше выглядит. А тут как-то немножко пустовато, мне кажется. Ну вот с этой стороны может быть еще более-менее. Вигвам какой-то нафиг тут. А там мы в том доме жить будем, блин. Там пустовато, мне кажется, немного. Ну хотя... В сам дом мы еще не заходили, нас не заселили, так что посмотрим. Короче, давайте покажу вам дом. Короче, вот здесь так вот заходишь, там дверь, видимо, выход запасной, не знаю. Вот здесь у нас первый этаж, там тоже, наверное, выход. Здесь такой типа столик, печка, на которой мы вряд ли что-то будем готовить. На самом деле холодильник, плитка. Далее заходишь сюда нафиг, крючочки и кровати. Полочка, короче, все очень круто. Но мне, честно, свет включается? Да, свет включается. Вот непонятно, вот как мы тут расположимся все, потому что одной кровати у нас тут не хватает. Далее второй этаж. Здесь двойная кровать и две одиночные кровати. Назовем так.
Причем вот эта вот вторая, кстати, прям так хорошо расположена. Отдельно прямо от всех. Я бы на такой поспал, но с этим, к сожалению, нет. Розетки вон есть. Еще это вот. Мне на самом деле в первой поездке на первой базе понравилось больше. Там как-то комнаты, что ли, были более удобно, более уютно распределены. Ну и еще вот здесь есть балкон. Кстати, очень хороший балкон, на котором можно увидеть, что тут есть. Катунь, река Катунь, блин. Большие горы, блин. Вигвамы какие-то. Тут другие домики. Бабушка какая-то ходит. Ну и столик, за которым пожрать можно или просто побеседовать. Бла-бла-бла, все такое. Условия были полностью деревенские. Чувствовалось, что живешь в 80-х годах. Но база все-таки была очень уютной. Кстати говоря, душ и туалет здесь на улице. Что касается туалетов, то они тут максимально простые. Единственное, что внутри есть, это дырка в полу. Сами знаете для чего. А так там нету ни бумаги, ни света. Поэтому, когда поедете сюда, обязательно возьмите с собой туалетную бумагу. Она вам точно пригодится. Короче, смотрите, как тут надо мыть руки. Вот такие вот умывальнички здесь. Вот так вот берешь и открывается. Как видите, открываются они как газовые трубы. И к тому же краны очень сильно брызгают, поэтому мыть руки тут не очень удобно. Что касается первого дня на Алтае, то мы, во-первых, заселились, во-вторых, чуть позже прогулялись и посмотрели реку Катунь. Короче, ребята, такая вот охренительная река здесь. Давайте подойдем поближе к ней. Посмотрим. Да, офигенные пиксели, когда камеру приближаешь. Шум здоровенный вообще. Ну а так неплохо достаточно, блин. Короче, река текущая Катунь нафиг. Там наши друзья камушки бросают. Некоторые другие фотаются нафиг. Еще некоторые с горы спускаются нафиг. Ну а так прям вообще красиво очень здесь. Ночью мы пожарили шашлык, и там к нам пришел один интересный пес. Мы его угостили, и он полюбил нас. К сожалению, я почему-то не додумался его снять, поэтому извините меня, пожалуйста. На следующий день мы решили отправиться посмотреть достопримечательности Алтая. Так, ну короче, следующий день, бля. Сейчас мы тут соберемся да поедем. Ну, не на следующую базу, а просто на какие-то офигенные места смотреть. Не тыкай не в меня палкой, пожалуйста. Сначала мы проехали около километра на место под названием Песчаные скалы. Короче, это так называемые песчаные скалы, блин. Леса разрублены. Да господи. Да, дорога вон. Классная дорога, да? Нет, не все еще. Еще мы заехали в какое-то место, где можно было сделать такие фотографии, которые идеально подойдут для фона рабочего стола. Тут очень красивая река Катунь, на которой даже есть небольшой островок, как вы видите. После этого у нас была довольно длительная поездка на одно очень интересное место, которое я видел только в Майнкрафте. Я думал, что его в реальной жизни не существует, но нет, оно существует. Это Красные горы. Thank you.
Пока ехали туда, наткнулись на очень необычное препятствие, которое называется «Странный бизнес». Дело в том, что местные коммунальщики, видимо, прокопали яму так, чтобы по ней было трудно проехать, особенно на маленьких машинах. И понаставили уазиков, чтобы перевозить людей за деньги. Перевозить именно на эти горы. Изначально мы хотели дальше продолжить путь пешком, но идти туда надо не один час. Также мы заметили, что те люди, которые не хотели платить, а также не хотели идти пешком, клали в эти ямы камни, чтобы хоть как-то можно было проехать. Ну и в итоге мы тоже решили это попробовать и кое-как смогли проехать. Правда, пока пытались это сделать, клизма на машине чуть-чуть повредилась. А вот одно из самых интересных, фух, господи, мест. Горы Марс называются. Названы потому, что видите, какие они красные. Ну а там где-то, короче, собственность частная, блин. Чтобы проехать туда, чтобы припарковаться, надо заплатить. И зависит не от машины, а сколько человек в ней. То есть, если в машине 5 человек, то 500 рублей надо. За 100 рублей с человека. Жирновато, конечно. Не знаю, какой у них там барон или графон живет. Но, в общем, странный бизнес. Гора очень классная. Было место, где сфотаться и сделать фон для рабочего стола. Правда, забраться на эту гору означало потратить силы. После Красных гор мы направились в место под названием Озеро Гейзеров. Красивое место. Тут где-то находится озеро Гейзеров, что ли, как оно там называется. Ну, вообще здесь много мха и реально красиво. Давайте посмотрим, что там труба. Обалдеть нафиг. В гостях у сказки, блин. Вот и озеро Гейзеров. Так. Блин. Ничего себе, какой цвет у него. Извиняюсь за ошибку, правильное название этого озера – Гейзерное озеро. Его называют Гейзерным, потому что на его дне бьет терминальный источник, который поднимает наверх синий ил, из-за чего вода становится вот такого бирюзового цвета. Вообще, вот я только что сказал, что в гостях у сказки, потому что, смотрите, тут мостик даже, как в этих сказках, лесах всяких. Вот здесь еще есть где-то. Это Алёнушка или я не знаю кто. Наверное, Нет, это Алёнушка. Это Алёнушка. Ну а это козлёнок нафиг. Лавочка. Правда, не знаю, почему банка с краской там валяется. Как-то не сказочно. Так, вот это поинтереснее. Ну, Володя, ну куда ж ты полез? Короче, вот так. Здесь Змей Горыныч. Блин, нафиг. Ты сядь уже и сфоткайся, блин, зубал. Вот сюда, сядь. Баба Яга. Капец, какая страшная Баба Яга. Еще. Да еще, он не сливает. Все, сиди. Руки нормально. Ну и избушка на курьих ножках, куда ж без нее. Правда, избушка, в избушке есть всего одно окно и нету ни одной двери. Но если туда заглянуть, то можно заметить, что там тоже ничего нет. Кстати говоря, ребята, вот там мы назад сейчас идем, там проход от озера на озеро сюда. Там была табличка, где написано «Беречь воды озера, не кидать монетки, камушки и так далее».
Но люди, походу, на эти правила срут, потому что смотрите, сколько там монет. Мне кажется, там десяток дофига. Там где-то 2000. Володя, вот так наклонись, как будто ты это. Нет. Ты что, прыгать собрался туда? Ты хотел достать. Нет, подожди, а реально если палочку вы что, достать их хотите, что ли? Они хотят замерить, какая глубина. А, глубина. Я уж думал, они богатыми захотели стать. Это точно. Так. А, вот еще монетки, кстати, здесь тоже. Люди увидели табличку, ну не кидать монеты, ну и решили пошалить, походу. Понятно. Ну а на третий день мы утром собрались и поехали на следующую базу, которая называется авиабаза. Там уже был и интернет, и магазинчики, и даже детский сад, рядом с которым находился фонарь, который заряжался от солнца. Короче, ребята, вот и авиабаза. База просто шикардос. Сейчас покажу все. Короче, ну вот тут заходим, короче, калитка тут. Это еще не наш дом, это помещение, сейчас тоже покажу. Вот сюда идешь, короче, тут можно обедать. Ну и завтракать тоже, и ужинать, понятное дело. Всякие ценники там. Телевизор, кстати, точно такой же, как у меня в деревне. Прям один в один. Ну, кроме рамочки, там у меня она черная. Костерчик горит. Вот сюда, короче, заходишь, тут касса какая-то. Тут, ну, тут столики всякие. Там кухня находится. Печка, гитара, прям вообще все шикарно. Смотрите, здесь даже есть, не поверите, что есть. Здесь есть PlayStation 4. Ничего интересного для меня из игры я тут не нашел. Шахматы огромные прям такие есть еще. Разрешают пользоваться всем этим, кроме PlayStation 4, к сожалению. Ну и фиг с ним на самом-то деле. Вот эта закусочная, которую вы только что видели, одно из моих самых любимых мест на этой базе. Примерно по вечерам мы вместе с местными пацанами тут беседовали, а не в своих вещах. Так, а дом находится уже вот здесь. С обратной стороны. Идешь, короче, на второй этаж. Ого, там уже фен работает. Короче, вот поднимаемся вот тут на второй этаж. И вот здесь вот квартирки, жилище. Короче, тут комнаты всякие. Это комната наших друзей, ну, семьи там. Другой, это наша. Тут моя кровать. Тут зеркало. Тумбочка. Крючочки. Здесь то же самое. Вот в этих двух комнатах по-другому немножко. Там есть диваны. Давайте даже откроем. Хотя это и нельзя по-хорошему делать, но я просто покажу вам. Смотрите, тут диван вместо третьей кровати, что мне кажется получше даже. Давайте вторую комнату тоже посмотрим.
Видите, здесь тоже все хорошо прям. И два туалета. Раз, два. Включается свет. Здесь вот с душиком, с таким вот, правда, душ хлипковатый. Пластина это под ногами так и гнется. Здесь второй. Здесь более такой закрывающийся душ, так сказать. Вот тот краник утром заменили сегодня, потому что там был сломанный краник. Выкручивался просто. Блин. Еще проблема была такая, что вот здесь вот на защелочке двери. Если на защелку закрыть, то не откроешься, потому что она там заклинивает постоянно. И вот некоторые из наших уже там застревали. Приходилось вытаскивать какой-то ключ и открывать отсюда. Так потому что силы не откроешь. Ну вот такое вот жилище, собственно, здесь. Еще огнетушители есть. В тот же день мы направились в путь к ближайшему водопаду. Смотрите-ка, тут кролик. Здоровый. Не испугни его. Ой. Я же говорил, не испугни его. Короче, тут в этом месте есть кролики. А сейчас мы идем к водопаду. Друзья, кто меня сейчас слышит? Вот водопад здесь. Я, правда, не знаю, что это за водопад. Ню, надо было спросить. Ух, короче, как мы сюда добирались? Мы добирались через сраные препятствия в той дороге. Там над обрывом шагали, короче, часа полтора, наверное. Там километра 2,5 надо идти. Ну, у меня ноги уже болят, капец просто. Ну, короче, у вас, смотрите. Ой, блин. Здесь водопад, здесь водопад. Все очень круто, короче. Так, а это верхушечка у нас. Тут еще где-то аттракцион есть на... Туда, короче, по веревке летишь. Классно очень. Ну, классно, в общем. Только у меня ноги болят, если честно, ходить тут. А еще, кстати, за проход наверх сюда. По 10 рублей человека берут. Просто, чтобы полюбоваться. Деньги платить. Ну, блин, ребят, ну, я это неправильно считаю. Чтобы добраться до того водопада, пришлось пройти несколько километров через лес. Обратно я не был готов так идти, поэтому я и еще 4 человека из компании отправились туда на лодке. Было очень весело. К сожалению, снять я там ничего не смог. Ну и на следующий день мы поехали осматривать новые достопримечательности. Первым делом мы отправились на канатную дорогу. Прокатившись на ней, побывали в довольно интересных местах. Погнали. Первый пошел. Так, что, соблюдим разрисовку? Чего? Соблюдим разрисовку. А сейчас смотреть, куда будет лес. Да, мы сейчас везде посмотрим. Интереснее туда смотреть? Валь, туда смотреть? Да, и туда, походу, надо. А, тут открыто уже все. Не, там-то на открытом, да. Не, а там видишь еще в чем прикол? Чуть-чуть не успел попу замостить, а ты уже все оторвался от земли, блин. Чицкие ж помидоры. Да, я думаю, тут на карте просто ограничение, что подряд списание столько, она заблокировалась. Не, ну сейчас-то еще ладно, вот оттуда уже будет видок открываться, я так думаю. Козлы обломались, медовухи. Да, я шучу. Да наверху спросишь, наверха там пооборыжат. Так они сказали, наверху тут тихо даже. Нет, они сказали, тут все запретили, прям вот запретили. А это что-то, наверное, на великах что-нибудь кататься на этих, на какого, байки вот эти,
маунты или кто они там. Видишь, горочки туда-сюда, трым-трым. Тут, конечно, дорогие, наверное, базы, видишь? Ты видишь, вон трамплинчики. Дорого. Это типа... А, это для тех, кто платит, кто с этой горы, ну, для разных уровней сложности, для горнолыжек. Так, то есть мы еще не выходим, мы сейчас обратно поедем. Не, конечно. Ну, метров на 200, наверное, еще поедем. А интересно, существуют же всякие эти еще, эти, ну, типа автомобильные высотомеры, мы тоже есть. Ну, GPS, только по GPS. Она бежит, видимо, в горы. Так, здесь водоотводов, он ну, блин, на YouTube-канале не материтесь, пожалуйста. Тут вигвам, короче, есть, только как-то не соответствует труба вигвам. Цивилизованный, наверное, вигвам-то. В том месте нас ждала еще одна длительная прогулка по лесу. Там было примерно 2,5 километра. Я также устал, а дополнял еще то, что этот лес просто кишил пчелами и осами. И я все время боялся и старался не дергаться, чтобы никто из них меня не ужалил. Но дойти туда следовало только для чего? Правильно, чтобы посмотреть на вот эти кости. Больше ничего интересного в конце пути не было. Кстати, мы так и не поняли, чьи это кости. Если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Также вечером мы сходили на сплав. И примерно 3 часа там проплавали. Было довольно-таки интересно. Сейчас будем заезжать в этот грот. Молодцы, отдыхаем. Да. А, так там немножко совсем. В эту же сторону. Да. Другого выхода нет. Ух ты ж, мать моя. Смотри, ой, смотри, а там это сверху вода видимо всегда. А там выход бывает. А, и вот здесь, еще, наверное, тоже, да? Вытекает. А? Вот здесь тоже вытекает сверху. Ну да. Судя по этому. По потеку. На камеру-то он посветлее немного, чем на самом деле. А фонарь включи вон там. А как фонарь включает? Так вот я меня на свой фотоаппарат. Смотрите-ка, какой попугай здесь есть. Эй, попугай, скажи что-нибудь. Ну, если у него есть имя. Я не знаю, какое имя у него. О-о-о. Не свались, попугай. Тут еще, кстати, есть этот филин или сова, господи. Да-да-да, смотри в камеру, дружок. Ладно, пошли дальше. Сейчас одно из самых интересных мест, наверное, зайдем. Наверное. Сейчас мы идем на экскурсию в пещеру. Туда надо высоко подняться. Сейчас поднимемся и продолжим. А вот и пещера.
Катунь составляет 5 километров. К сожалению, точное количество пещер на данном массиве до сих пор неизвестно. Цифра колеблется примерно до 90 пещер. Протяженность данной пещеры со всеми тупиками, входами и выходами составляет 240 метров. Также считается, что пещера относительно молодая, ее возраст 1 миллион 240 тысяч лет. Очень молодая. Образовалась пещера полностью естественным путем, поскольку, по мнению ученых, более 500 миллионов лет назад на территории Алтая было море. Ну и путем отмирания ракообразных моллюсков накапливались слои известняка, затем более мягкая порода под действием подводного течения вымывалась, более твердая оставалась. Ну и также до сих пор в образовании пещер принимает участие река Катун. Это явление можно увидеть, если прогуляться на гротах Тиандра. Гротах Тиандра – это подводная пещера, которая находится на берегу реки Катуни, буквально в 300 метрах от нас. Проход там свободный и бесплатный, поэтому если кого-то заинтересует, после экскурсии могу объяснить, как туда пройти. Ну и при прохождении данного маршрута есть несколько правил. Вперед меня, пожалуйста, не забегаем, в пещере не бегаем, не прыгаем, не кричим. На стенках пещеры убедительная просьба, никакой наскальной живописи не оставляем, мусор не бросаем. Ну и поскольку по нашей статистике 12% туристов из пещеры не возвращаются, чтобы у нас таких потерь не было, нужно назначить замыкающего. То есть желательно, чтобы это был молодой человек, который пойдет в крайнем группе, уже желающий. Как вас зовут? Владимир. Отлично. Все обратили внимание на Владимира. Это наш замыкающий. Позади Владимира никого быть не должно. Ну и про стенками большой акцент на том, что местами сыро и скользко. Поэтому, пожалуйста, все поаккуратнее, под ноги смотрим. Блин, сейчас опять память заполнится. Ух, тут прогибаться нужно. Смотрите, тут целая природа. Из мха. Тут скользко и сыро, кстати говоря, очень. Тут еще проход есть. Ну, в общем, прям вообще классно. Ну, классно очень. Просто. Там еще проход. И там тоже. Повсюду монетки раскиданы. Все, иди вперед, чтобы тебя побыли. Что же это может быть? Так, а вот и опасности. Тут опускаемся и проходим нафиг. Ух, нифига тут как тяжело отходить-то. Блин, не ходите там слишком быстро, я камеру закрывать руками придется. Фух, выбрались, кажется. Ох, блин, это так тяжело, ребята, вы не представляете. Так, вот тут уже легче, ребята. Да, ну на ступенях мы там поаккуратнее. Для ступени там камни острые сверху. Ага. Камушки сверху. О, господи. Бережем. Так, вот тут осторожно. Блин, тяжело. Ступеньки тут немножко. На голову, пожалуйста, все поаккуратнее. Фух, выбрались. Поднимаемся туда. Главное не толкаться. Все встали и стоим, ждем всех. Охренеть, ребята. А тебя кто вышел из Гусилева? Голова ни у кого не кружится? Все хорошо? Нет. У кого кружится? Если ухудшение состояния будет, вы сразу говорите об этом, потому что это не шутки, зачастую падают в обморок и теряют сознание, поэтому... Хорошо, мы запомним это. Да, ну что, серьезно, что ли? Ладно, подождем, пока все соберутся и продолжим. Там типа птица проделанная. А также, ребят, в самой пещере и в ее окрестностях водится большое количество видов летучих мышей. Вообще в среднем насчитывается около 20 видов. О, ну и самая редкая из них — это длиннохвостая ночница. То есть она достаточно крупная, размах ее крыльев достигает порядка 25 сантиметров. Так, поднялись, короче. Продолжаем идти. Говорят, что там будет препятствие еще тяжелее, чем это. Там дерево какое-то валяется.
Так, и где же тут супер-пупер-мега-сложная точка? Так, тут пока выход, но это все равно еще не все. Вот река землеройка. Ох, вот такие вот. Землеройка — это хищник, кстати. Горностай. Милый такой вообще. Но сейчас у нас есть возможность теперь сидеть только бурундуков. Кажется, это кино. Это кино, скажешь. Люба, свет, все хорошо. Ползли только что, как альпинисты здесь. Особенно в самом конце. Держишься за канат, топаешь ногами по скользким камням. Я это не снимал, потому что там надо двумя руками работать. Извините. Мы тут сейчас прошли еще немного. Это задняя часть пещеры. Аккуратно там. Она называется, не поверите как, пятая точка. То есть задний проход. То есть, ребята, теперь если вам скажут, идите в жопу, то можно смело сказать, что я там был. Забыл также сказать, какой мы компанией поехали. Было три семьи. Две из них из троих человек, я в одной из них, и семья из четырех человек. Семья из четырех человек уехала на один день раньше нас. По каким-то там обстоятельствам. На четвертый день, в тот же день, что и экскурсия в пещеры, все оставшиеся участники, кроме меня, отправились в ванночки. Там был такой водоем, где камни образовывали что-то похожее на ванну, только большую. В них можно было купаться, но за пределами ванночек купаться было нельзя. Там были волны и водоворот, попадение в который означало верную смерть. На шестой день мы направились домой. Кстати, поездка на Алтай заняла 10 часов на первую базу, а поездка домой заняла всего 6 часов. По пути мы встретили небольшой кортеж из ретро-автомобилей «Чайка» и «Зим». Ну что ж, а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, на группу ВКонтакте, и всем пока.